У Гомеля завершается подрыхтовка до 20-й юбилейной выставы «Вясна у Гомелі». Яе открытё отбудется 23 мая. Выстава пройдзе ў дні правядзення Гомельскага эканамічнага форуму. Гэтая падзея з'яўляецца самымі значнымі міжнароднымі мерапрыемствамі рэгіёна. Міжнародная выстава «Вясна ў Гомелі» – гэта дэманстрацыя эканамічнага патэнцыялу найбуйнейшай вобласці Рэспублікі Беларусь і самая маштабная рэгіянальная выстава краіны. Сёлета на плошчы амаль 5,5 тысяч квадратных метраў будуць прадстаўлены ўзоры прадукцыі 300 прадпрыемстваў і арганізацый вобласці, а таксама калектыўныя стэнды замежных удзельнікаў. Гомельскі хімзавод не толькі пастаянны ўдзельнік выставы, але и официальный партнер. Для предприемства это еще одна возможность найти новых покупников своей продукции. Увогуле рынок угноения сегодня характеризуется жесткой конкуренцией, але гомельчане лічат, что и у таких умовах мають усе шансы для дальнейшего развития. Предлагаем уникальные продукты, где-то являемся первыми, которые этот продукт выводят на рынок. И в целом сила наша в чем? В том, что мы можем производить относительно небольшие партии продукта под конкретного потребителя. У гомельскім аддзяленні Беларускай гандлёва-прамысловай палаты нагадваюць, летась «Вясну ў Гомелі» наведалі звыш 30 тысяч гасцей з 32 краін свету. Сёлета гэтая лічба будзе, напэўна, не меншай. Меркаваць так прымушае праграма, разлічаная літаральна на любы густ. Апрача непасрэдна выставы, арганізатары запланавалі таксама гастрафэст «Смачная вясна», свята майстроў і рамеснікаў, канцэрты гомельскіх груп пад адкрытым небам. Впервые в регіоне будет проведен праздник молдавской культуры. Дни Молдовы пройдут в это время на площадках «Весны в Гомеле». И вместе с посольством Молдовы мы готовим это мероприятие. Будут и представлены как туристические компании, будут представлены предприятия, будут переговоры, коллективы, дегустации. Поэтому это вот фишка, скажем, этого года. Алексей Сюнцюров, Сергей Нігеревич, Яуген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».